Привет всем! Вы на канале Трейдмастер, и сегодня вашему вниманию необычный контент, а именно карьера за игрока. И нашим героем будет Андрей Шевченко, который в возрасте 42 лет решил вернуться в Милан, чтобы помочь клубу вернуть былую славу. Если этот видеоролик насобирает 500 лайков, то обязательно выйдет вторая часть. Нравится контент? Ставьте лайки, новые на канале, не забудьте о подписке. Приятного просмотра! Начал свою профессиональную карьеру Шевченко в родном киевском «Динамо». В период с 1993 года по 1999 отличился 60 раз в 117 матчах. В 1999 году шайба переходит в Милан за рекордные на то время 25 миллионов долларов и стоит днем суперзвездой. За годы выступления за Милан Андрей отличается 175 раз в 226 матчах за клуб. В периоды с 1999 по 2006 и за год аренды сезона 2008-2009. Дважды признавался лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов и Чемпионата Италии. Также нападающий считается лучшим бомбардиром миланских дерби за всю историю. Выигрывал Кубок Италии, Лигу Чемпионов 2002-2003, реализовал в нем решающие пенальти, Чемпионат Италии 2003-2004, в котором стал лучшим снайпером турнира, Суперкубок УЕФА, забив единственный мяч в том матче против Порту, Суперкубок Италии, сделал в нем хет-трик против Лацио, ну и как результат, золотой мяч в 2004 году. Один хороший сезон, скажете ли вы? Нет, ничего подобного, Андрей был всегда близок к победе золотого мяча. Третье место в 1999, четвертое в 2000, восьмое место в 2001, четвертое в 2003, победа в 2004 и пятое место в 2005, после очень обидного поражения от Ливерпуля. А дальше почти 30-летний Андрей переходит в Челси за 45 миллионов долларов. И сразу же травмы, другой чемпионат, другой стиль игры. За 2 года в Челси Андрей перенес 2 операции и тяжелую травму спины. Смог выиграть Кубок Англии, Кубок футбольной лиги Англии. Также был финалистом Лиги Чемпионов. После годовой аренды в Милане Шеа вернулся в Динамо, чтобы держать себя в форме и готовиться к домашнему Евро-2012. За 3 сезона в Киеве отличается 23 раза в 55 матчах. Закончил карьеру по окончании Евро, где на матче открытия оформил дубль и принес историческую победу со счетом 2-1 над сборной Швеции. За национальную сборную Шевченко провел 111 матчей и отличился 48 раз. И теперь, спустя 8 лет, Шеа официально вернулся в Милан. Идею возобновить карьеру вместе с Андреем поддержали бывшие игроки Россонери, такие как Эрнан Креспо, Рут Гулит, Рональдиньо, Кларенс Зейдоров, Майкл Эсьен, капитанище Паоло Мальдини и Марсель Десаи. Для начала рассмотрим задание, которое нас положило руководство Милана. Во-первых, средняя оценка в матчах должна быть выше, чем 7,8. Минимум 5 голов и 5 ассистов за сезон. И последней задачей будет превращение минимум 21% ударов в створ в голы. Первый турнир у нас товарищеский. Проходит он в Аргентине, и нашими соперниками будут Дортмундская Боруссия, Атлетикс Бильбао и местный Расинг. На матче открытия турнира встречаемся с Атлетиком Бильбао. В составе все самые сильные игроки, кроме Креспо, которого заменил Франк Кесье. Что он делает на позиции нападающего, знает только главный тренер Стефано Пиоли. Счет в этом матче был открыт по занавес первого тайма. Гулит обыгрался Шевой и почти с центра поля убежал от Юрия Берчичи и пробил в дальний угол. Первый ассист Шевы. Второй гол пришел в начале второго тайма. Прекрасная атака через центр, и Креспо катит круглого на Зейдорфа 2-0. На 70-й минуте тренер снимает Андрея и выпускает Златана. Всего лишь ассистом обошелся Шева. Ну а точку в этом матче поставил Марсель Десаи после углового от Бонавентуры. Один ассист и оценка 9,1 в первом матче после возвращения. Второй матч группы против местного Расинга. Первый мяч был забит в самой концовке первого тайма. Эсьен отдает прекрасную развязную передачу, и Шевченко с легкостью убегает от не самых быстрых защитников и хладнокровно реализует выход 1-1 с вратарем. С почином, Николаевич. Второй гол чем-то напоминает первый. Элегантный заброс от Зейдорфа и Шевченко не оставил ни одного шанса вратарю. Дубль оформлен. 2 забитых мяча, оценка 9-0.
В последнем матче группы А встречаются два главных фаворита этого турнира – Милан и Боруссия из Дортмунда. Перед этим туром мы находимся выше немецкого гранда за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Начало игры остается за Дортмундом. Прекрасным дальним ударом отличается Мухаммед Дахут. Милан еще до перерыва смог отыграться. Шевченко отлично развернулся в штрафной площади и без шанса пробил в правую девятку. Третий гол на турнире. Но во второй половине Дортмунд был сильнее. Сначала, после передачи Чана, забивает Гёце. А потом тот же Марио ставит точку в этом матче после прострела от Ройса. Счет 3-1. Один гол, оценка 8-0. В полуфинале нас ожидал победитель группы Б Порту, а Дортмунд сыграет с Хетафе. Прекрасно помню тут Суперкубок Европы в 2003 году, где единственный гол Шаве принес Милану очередной трофей в их клубную копилку. Этот матч можно назвать именем Рональдиньо. Именно он открыл счет после передачи Гулита. Порту смог быстро отыграться, отличился Морега. На 33-й минуте после прекрасной передачи от Шевченко дубль оформляет Рональдиньо. Милан в раздевалку забивает и третий мяч. Шева снова отличается прекрасным ассистом, удар по пустым воротам остается за Кесье. Во втором тайме забивает и сам Андрей с левой ноги после аккуратной передачи от Креспо. 65-я минута и Пиоли проводит стандартную замену Шевченко на Златана. Ну а точку в этом матче ставит Зейдор после прекрасного прохода и нацеленной передачи Рональдиньо. Гол и два ассиста, оценка 9,5. В финале без сюрпризов нас ожидал наш обидчик по группе Дортмундская Боруссия. Желание взять реванш было максимально сильным. Хоть и турнир товарищеский, но победа в нем бы придавала уверенности на весь сезон. Как и в первом матче, счет открыла Боруссия. Халанд пробил с правой ноги и от штанги мяч залетает в ворота. На 61-й минуте, когда вратарь уже не мог помочь, штанга помогает немцам. Сразу же после этого эпизода тренер меняет Шеву на Златана, но эта замена ничего не изменила. Санчо делает счет 2-0, ну а точку поставил Юлиан Брандт. Милан терпит разгромные поражения со счетом 3-0, ну а Дортмунд берет трофей абсолютно заслуженно и по делу. Этот матч показал, что клуб еще не готов на 100%, и надеюсь, что со стартом сезона команда наберет физически, технически и тактически. Сразу же по окончании турнира в Аргентине состоялась жеребьевка нашей любимой Лиги Чемпионов. И в квартет к Милану попадает Барселона с Месси, Славия и, кто бы вы думали, Дортмундская Боруссия. И у нас будет еще два очень жестких противостояния. Верим в реванш. У нас впереди всего очень много интересного. Это серия А, Кубок Италии, Лига Чемпионов. Но выход следующей серии зависит только от вашей поддержки. Так что обязательно прожимайте лайк. Также пишите в комментариях, как можно изменить эту карьеру. Например, я могу играть все матчи на стримах, а потом делать нарезочки. Одним словом, от вашей отзывчивости зависит судьба этой рубрики. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем пока.